Дороги – визитная карточка города. Это людей встречают по одежке. Город оценивает по качеству и состоянию дорог. В Анапе идут ремонтные работы. Специалисты дорожно-ремонтной службы выполняют ямочный ремонт. Все даже незначительные ухабы и ямы сначала вычищают и расширяют, а уже потом – асфальт. По словам дорожников, такие обширные заплатки долговечны и для подвесок автомобилей менее заметны. Мэр Анапы Сергей Сергеев отметил в Твиттере: «Наша задача к высокому сезону – привести в порядок дороги не только в городе, но и в сельских округах. Мы должны содержать все населенные пункты в таком состоянии, чтобы гости круглый год чувствовали, что они на курорте». Параллельно работники чистят прибордюрные участки и красят бордюрный камень. Черно-белая окраска предназначена прежде всего для напоминания водителям и пешеходам о безопасности на дорогах. Местные автомобилисты шутят, что это дорога жизни с черными и белыми полосами. Радует, что белые вдвое шире.